Весна. Облаешь свою хозяйку, которая тебя бросила, укусишь ее. Похудела. Чего ты так? Вон ребрышки пересчитать можно. Ты чего? Пошли жрать. Бегом. Кушать. А где остальные? Мирка! Лирик! Они там любовь крутят. Кушать! Лирик! Масик пошел ему тумаков надавать за то, что он к Мирке пристает. Вот так вот. Разборки. Марсик, пойдем кушать. Потом накостыляешь ему. Марсик, кушать. А ты, ловелас. Марсик, кушать давай. Хорош, разборки устраивать. Дон Жуан. Иди к нам. Давай, папик, маме. Давай, иди к нам, иди. Топ, топ, топ. Топ, 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 топ. Вот я вас и поймал, всех троих, в одном месте. Сереж, а ты знаешь, вот как в Петергофе, там эти фонтаны, там же есть, мужики стоят или щуку держат, а из щуки там этот, выливается вода. Ты тоже как атлант в середине фонтана. Глянь. Ну, щук у нас нет, мы щуку выловили. Ну, что-нибудь. Держи в руке так или жест какой-нибудь сделай такой, что. Марсик, иди сюда, я сейчас подержу. Иди, Марсюшка. Иди Марсика подержи, да. Вот, Серёж. На, я тебе его. Марсик, дал. Иди сюда. Марсик, иди сюда, я тебя подержу. О! Как писающий Марсик будет, слышишь? О! Слышишь, Серёж! Подожди, подожди! Подожди! Кадр! Писящий Марсик. А ну давай еще, слышишь? Ну это, да он доволен. Пожелать моим подписчикам теплоты душевной, прохлады не от жизни, а от воды. Потому что бывает, жизнь создает прохладу в душе человека. Нет, пусть она будет только возле воды, эта прохлада. А в душе пусть всегда будет горячо, пусть всегда будет в душе огонь. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Было бы невежливо с моей стороны просто так вот уйти и не попрощаться с моими подписчиками. А среди них есть много хороших людей, которых я люблю, которые любят меня. Я давно намекал, говорил, что хочу свернуть деятельность на канале. Но пришло время, в моей жизни происходят перемены. Я хочу жить реальной жизнью, не виртуальной. Поэтому я оставляю вам в наследство, не переживайте, более 3000 видео, пересматривайте, смотрите. Возможно, что-то изменится в жизни, я снова появлюсь на канале. Я не говорю вам прощайте, я говорю до свидания.
А детей не делят. Они должны жить с родителями. Да, Радочка? Твоя мамка сказала не отвлекать ее, потому что она на работе. Она там мишкам каким-то пришивает лапки. Такая у нее работа интересная. Она ее любит, эту работу. Могла бы свою работу иметь. Ну-ка, что ты по этому поводу думаешь, а, Рада? Могла бы? Могла и будет иметь свою работу. Вот гордыня уберет свою, и все у нее будет. Га, что смеешься? Я с этой камерой. Ну, вы без комплекса, поэтому... Не, мы без комплекса. Мы сидели, разговаривали. Я просто ребят пою чаем. Вернее, они сами паятся. А я-то еще не обедал. А вот Дима, у меня предложение. А ну, Дим, расскажи. Ну, можно попробовать порезать это мясо именно, шкурки. Да. Вот есть такой ножичек, такой, он как колесо круглое, ему пиццу режут, вот, ролик тесто. Такой, да, да. Да, вот круглый нож. Да. Если им прижимать вот так вот, оно, может быть, вот, и получится. А у меня такой есть на работе. Я в магазин брал девчатам резать линолеум и пленку. Ну, тем более, ну, попробовать можно. Да. Такой прям, ну, он прям такой, с ручкой берешь и да, тянешь, он не будет скользить. Вот спасибо да, за он идею. Он будет действительно крутиться, как колесом и резать. Так, он будет, если линолеум резать, то он еще сильнее будет, чем для пиццы. Те-то все равно потоньше вот это. Ну да, да, да. Это все сильнее будет. Так. Ну вот я достал камеру, думаю, сниму. Ну, вовремя для истории. Это смешно, что из Краснодара приехали и привезли идею. Идею, да. Угу. Ну а что, Галь, ну вот я думаю, сейчас буду рубить этим топориком. Нашел, вот, достал. Вот таким вот буду рубить. Ну это ж можно и по пальцам тоже настукать. Ну, да. Поэтому, а вот Дима предложил очень хорошую мысль. Угу. Спасибо, Дим. А почему еще сами собачки ничего не делают? Зубами, чтобы им отдать, чтобы они грызли? Да. Надо попробовать, я не знаю. Вот это мне тоже еще. На лирике попробовать, дать им, чтобы они переработали. Да, и все. Галь, ну это уже потом. Сначала я Димина предложение попробую воплотить, а потом уже твое уже. Как оно получится. Ну, я думаю, хорошо получится. А это мне вот они пасочки привезли. Да, вот еще половину. Ну, это я порезала. Ага, спасибо. Почистила. А то меня в этом году и пасхи никто не угощал. Как-то я... Так мы не приезжали еще. Ну вот да. Мы и приехали. Ну, пасха-то уже давно прошла. Нет, она идет всю неделю, до вторника. А никто ж не знает, какой сегодня день. Воскресенье. Ты че молчи давай. Сегодня вообще никто не знает, какой день. И какой день недели, и воскресенье или понедельник, и какое воскресенье? Может быть, это прошлого месяца воскресенье? Может, сегодня 1 мая? А, ага. 1 мая, ну, да. Точно. Может быть, примеры, я говорю. Ага. А может быть, и 1 апреля. Да. Потому что у меня ролики идут с опозданием. И какой сегодня день, это тайна для всех. Ты знаешь сам, да? Да. А то, что я это... Может, сегодня не выложу этот ролик, а выложу через неделю. А ты... тогда уже Пасха, да. Ну, тогда теперь мне надо уже через неделю в воскресенье. Да. Это... Не, Пасха уже прошла, уже тут очевидно. Угу. А вот 1 мая, когда будет или есть, или уже прошло... В общем, по фильмам, да? Остается тайной. Угу. Ну да, ты всегда поздравляешь, правильно, что ролик выкладываешь. Ну и просто поздравляю, что там выделяю, там, когда как. Когда бывает поздравляю, когда нет, когда приурочиваю к чему-то. Ну, в общем, всякое бывает. Ну ладно, приятного аппетита. Спасибо. Едем к Михаилу Петровичу. Что-то головка трясет. Может, что с ушками?
проверим. А так она бодренькая.